по своей дате рождения узнаете, какую профессию в жизни вам выбрать. У меня была возможность выйти замуж за миллионера. Классический код миллионера – это вот так. 1 четверка, 1 пятерка и 3 шестерки. Я уже забыла, у меня память 1 девятка, поэтому я забыла, сколько у меня восьмерок. Тебе дали красоту, а внутри ты злая сука. Многогранная женщина. 1 двойки достаточно для того, чтобы быть популярным. Всем привет, вы на канале «Будь Гоцей». Сегодня у меня в гостях Мартина Макеева, и мы разберем очень интересную тему предназначения. Хорошо, Мартина, предназначение. Что такое предназначение? Это типа там ли мы работаем, с тем, в тех ли мы отношениях, если там я должна сколько детей родить, там вот загнуть, знаешь, вот посмотреть, у меня 2 детей, я хочу еще. Мои наблюдения показывают, что современным девушкам вообще пофиг, сколько у них будет детей, 2 или 3. И больше того, их стало меньше волновать, они в паре или нет. Ага. Но у них огромная боль, кем работать, где найти свою миссию, чем им заниматься и как зарабатывать деньги. Я думала, что современная девушка хочет просто удачно выйти замуж. Честно сказать, мне кажется, вот эти вот цели хорошо выйти замуж, это были как раз цели моего поколения. Тогда все фанатично искали себе удачную партию. И я шла против системы тем, что отправилась в Нью-Йорк. И мне, несмотря на то, что у меня была возможность удачной партии, я помню, я была 2 года в Нью-Йорке, и мне мужчина сделал первый раз предложение, подарив граф. И у меня была возможность выйти замуж за миллионера, закончить свою модельную карьеру, но что я ему сказала, это просто прямая речь, что метро в Нью-Йорке доставляет мне удовольствие. И это кайф. Мурашки. Да, и я отказала ему, ну мы не расстались, потому что после этого он 2 раз предложил, мы, в общем, расстались после 3 моего предложения, но тем не менее, вот откуда у меня 3 графа. Но дело в том, что я была убеждена, что это и есть мое предназначение, а замужество, даже за обеспеченным мужчиной, не сделает меня счастливым. Меня действительно делало счастливым Нью-Йорк, метро, все эти кастинги, я даже не всегда, ну, я реально на такси даже не ездила, мне нравился этот ритм. Скажу честно, есть сейчас большое количество девушек, которые с деньгами хотят быть как Гоцей, и я понимаю, что деньги ничего не решают, потому что у них нет экспертизы какой-то, у них, они нигде не работали, им нечем делиться с миром, как бы это те, которые там вышли замуж. А еще есть огромное количество тех, которые в детстве не научились делать выбор и пришли в взрослую жизнь и в принципе не могут выбирать. То есть базовое умение выбирать мужчину, профессию, утром что надеть, это базовая история, которая связана между собой. То есть, если ты точно знаешь, ты на завтрак будешь гречку или киноа, то ты знаешь, какой мужчина тебе нужен. Откуда ноги растут? Нам в детстве ставили тарелку на стол, завтрак. Ешь, что дают. Ешь, что дают. Живи, как сказали. Это поколение, вот оно выросло, выбор делать не умеет, чем заняться не понимает. Поэтому вот эти все курсы по предназначению и так далее, это продаются как пирожки. Я училась на нумеролога. Больше того, есть видео на других каналах, где я рассказываю о совместимости и о альфа-бета-самках, и они вызвали такой ажиотаж, но у меня был козырь. И я даже сделала голосование, на каком канале сделать выпуск о профессиях и предназначении, и вы большинством проголосовали за канал Гоцей. Хотела на какой-то другой канал, забыла родненькую Гоцей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и обязательно делитесь этим видео. Потому что это видео будет максимально полезно. Сегодня вы по своей дате рождения узнаете, какую профессию в жизни вам выбрать. И вам точно станет легче жить. Сегодня то, что нам самая нужная информация, это узнать свое число судьбы. Вот оно вот так, ЧС. Но не всегда число судьбы, вы потом поймете, только оно определяет вашу профессию. Есть другие факторы, которые должны быть в разных профессиях, в других секторах матрицы, чтобы вы точно понимали, что эта профессия ваша. Короче, меня часто спрашивают, Мартина, а как вручную посчитать число судьбы? Да. Не нужно пытаться считать ничего вручную. Просто введите сайт «Ненумеролог», и там вам выдаст автоматически, какое у вас число судьбы. И мы начнем с числа судьбы 1.
это число судьбы директоров. Их еще называют там лидерами, директорами и так далее и тому подобное. Чем отличается оно от, допустим, число судьбы 8 бизнесменов? Точно нужно уловить эту штуку, что люди с числом судьбы 1 хорошо работают на зарплату в больших корпорациях. То есть они могут руководить большим количеством людей, у них классные организаторские способности, они умеют всем нарезать задачи и так далее и тому подобное, но при этом им лучше работать на кого-то. Чем управлять своим бизнесом. Да. Следующее число судьбы – это число судьбы 2 и 3. Их объединяют. Объясню, почему их объединяют. Раньше числа судьбы 11 не существовало, потому что 1 плюс 1 дает 2. Ольга Перцева вывела число судьбы 11 в отдельную категорию. И мы 2 приближаем к 3. Они полностью идентичны. Это число судьбы, внимание, продюсеров. Да? Да. Так что давай поменяемся, ты будешь моим продюсером. Серьезно? Да. Я могу. А где здесь мое предназначение? Нет, смотри, я тебе сейчас расскажу. Это не четко вы должны быть продюсером. Это число судьбы продюсеров, дипломатов и других людей, сильной чертой которых является умение коммуницировать с другими людьми. Например, в том числе продавать. То есть это и число судьбы продавцов хороших, и число судьбы дипломатов. То есть, знаешь, такой, типа, судья, такой, который может разрешить конфликт, найти общий язык с любым человеком и так далее. Оно тебе откликается? Но я не конфликтная вообще, ты же знаешь меня. Да. Я из тех людей, которые самоустраняются, это мое кредо. Но я точно не конфликтная и точно очень быстро нахожу, если хочу, очень быстро нахожу общий язык со всеми, но единственное, что я не хочу. Грубо говоря, там, человек, который отвечает в Инстаграм в Директ, это тоже может быть человек с числом судьбы 3. Так я отвечаю в Директ. Когда вы мне пишете, я всегда стараюсь всем ответить. За крайним исключением. Поставьте плюсик этому видео всем, кому я ответила в Директ. Да, а лучше напишите еще свое число судьбы и кем вы работаете, насколько это совпадает или нет. Потом следующее число судьбы – это 4. Денчик, ты проверяешь свое число судьбы? А при чем здесь? Это нумерология, ты. Он говорит, я же рак. Это нумерология. Надо ввести на сайте не нумеролог свою дату рождения. Вы это слышали? Боже, дайте еще одну инструкцию. Дэн проверил, у него число судьбы 3, как у нас. Это все потому, что он рак. А число судьбы 4 сложнее всего рассказывать, потому что люди обижаются, когда говорят, и все. И это все обо мне, потому что все числа судьбы, они определяют так или иначе какую-то профессию. А число судьбы 4 – это просто число судьбы трудоголиков. И все? Ну, и командных игроков. То есть их сильная сторона – это достижение целей благодаря упорному труду и командная работа. Ну, то есть даже если вы условно певица, то вам лучше петь в Виагре, чем сольная карьера. Вот так. Хорошо, управляющая скинкей-критик Анна, киньте мне свою дату рождения. Кстати, я проверяю часто сотрудников, когда берем на работу. Вы не расстраиваетесь? Потом я буду рассказывать о других числах, и вы, например, к своему числу судьбы 4 можете еще... А в смысле не расстраиваться? Это офигенная профессия, люди трудоголики. В смысле, офигенное качество. Люди... Да. Ну, ты понимаешь, им всегда обидно. Блин, вот пятеркам просто везет по жизни, а я должен там упорным трудом постоянно. Вот у меня у ребенка число судьбы 4, и она такой... Вообще трудяга. 6 раз в неделю гимнастикой занимается. Я думаю, блин, вот так оно проявляется. Самое интересное число судьбы – это число судьбы 5. Я в своей жизни не встречала еще ни одного бедного человека с числом судьбы 5. О нем говорят так. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на американские горки, заведи себе партнера с числом судьбы 5. То есть это люди, которые любят рисковать. Они любят... путешествовать. Для них самое главное – это движение. То есть, чем больше они передвигаются, чем больше они рискуют, чем больше они меняют сфер деятельности, тем больше у них, тем больше им везет и тем больше у них денег. Например, у Василия Ивановича Хмельницкого число судьбы 5, поэтому у него 18 направлений бизнеса. Например, число судьбы 5 еще у Потапа. Вот я мужиков с числом судьбы 5 вижу просто вот за 3 километра. Они все такие, знаешь, во-первых, позитивные, во-вторых, вот гастролирующие, знаешь. Но вы должны понимать, что число судьбы 5 еще часто у врачей, потому что каждый хирург
каждый день, когда он берет нож и скальпель, он рискует. Часто это число судьбы у врачей скорой помощи. И что самое важное, если у вас число судьбы 5, и вы не рискуете, вы заскучали в этой жизни, поверьте, что это плохо, потому что вы будете менять тогда женщин, ну, мужчины будут менять женщин. Искать вот эти вот ощущения внутренние, что им чего-то не хватает. Если у него, допустим, или у нее профессия, что она каждый день ходит там в офис и делает что-то, ну, прям вообще какое-то скучное, она будет где-то в другом месте пытаться компенсировать. Да. Поэтому, если у вас командировочный муж с числом судьбы 5, отпускайте его в командировки, потому что иначе он вас заменит на другую женщину. Переходим к числу судьбы 6. Тут все просто. Число судьбы 6 – это люди, которые умеют чувствовать тренды, они опережают время, они умеют соединить в себе очень много информации, поэтому туда все айтишники, юристы, журналисты, финансисты, экономисты, не знаю, историки моды. Дизайнеры? Нет, у дизайнера свое число судьбы, ты что? То есть это люди, которые могут поглотить много информации, как через сито просеять самое важное, и они всегда идут на опережение. Вот все, кто еще 3 года тому назад криптой начал заниматься, это люди с числом судьбы 6. Следующее число судьбы – это число судьбы 7. Это число судьбы психологов. Чем оно отличается от дипломатов? Тут про коммуникацию, а тут про понимание потребностей других людей. Но это же также могут быть учителя те же? Могут быть, но у учителей есть еще обязательный один код. Это интерес 4 тройки, это учителя от Бога. Но если просто базовый учитель, тоже могут быть. Это, кстати, могут быть политики, но только не те политики, которые деньги... Да. А те, которые действительно понимают потребности людей и хотят им помочь. Я встречала политиков с числом судьбы 7. У них еще есть долг 8-8 в матрице. Ну, вот вы когда уже открыли этот сайт, вы видите и другие свои цифры. То это прям психологи, которые пришли в этот мир, чтобы вот реально помогать людям. И так удивительно, у нас в компании Сильченко, там, наших подруг, есть девочка, которая нашла себя в 35 лет. И она стала психологом. И потом я открываю ее матрицу, а у нее число судьбы 7. Она говорит, почему ты мне не сказала раньше? Я говорю, потому что раньше я и сама не знала. Получается, люди так долго к этому шли, и они все равно туда приходят. Матрица верит в то, что все вступает в действие 35 лет. Поэтому если вы сейчас, там, вам 25, вы мучаетесь от того, что вы не можете найти предназначение, просто еще не пришло ваше время. Все вас само найдет. Хорошо, а если кому-то 45, есть ли возможность переквалифицироваться? Конечно, я знаю кучу бизнесменов, которые, миллиардеров, которые первый свой бизнес в 52 начали. А Лобковский еще бычки собирал в 48. Не нужно думать, что и, там, вам 30, вы не нашли предназначение, и все, жизнь уже прожита. Есть люди, которые находят и в 50 свое предназначение. Следующее число судьбы – это число судьбы 8. Это число судьбы бизнесменов. Быстрые обороты денег. То есть вот все, не знаю, обычные предприниматели, все, кто просто купи-продай, все, кто занимается, не знаю, пошивом там, одежды, быстрого там мебель, не знаю, все что угодно. Это быстрый оборот денег. И это как бы про деньги. Но кроме этой восьмерки, там, если, например, у вас еще другие цифры, код миллионера, тогда у вас вообще будет всю жизнь зашибись. Про код миллионера я скажу позже. Отлично, поэтому не переключайтесь. Ставьте лайк этому видео. И меня часто спрашивают, например, скажите, Мартина, вот я хочу быть дизайнером одежды, у меня число судьбы 8, мне что, не светит? Я говорю, смотрите, у дизайнера есть свое число судьбы, это число судьбы 9. Но если вы хотите заниматься масс-маркетом, то вы можете заниматься при числе судьбы 8 одеждой. То есть вам нужно четко понять, что 9 – это эстеты, 8 – это быстрый оборот. Дизайнером может быть человек с любым числом. Просто у кого-то одни сильные стороны, у кого-то другие. Число судьбы 9 – это мое любимое, потому что мужчины с числом судьбы 9, их сразу видно по красивым лоферам Louis Vuitton. Они всегда одеты с иголочки, они эстеты. Даже если они не напрямую не проявляют в профессии, то они красиво всегда одеваются, или они занимаются каким-то предоставлением эксклюзивных услуг. Все коллекционеры, все... Даже маркетологи. Я встречала маркетологов, которые делают красивый дизайн. Вот фокус именно на
на красоте, эксклюзивности, на чем-то таком. У Кати Сильченко число судьбы 9. Как-то она заказала консультацию на 8 марта всем своим сотрудницам. 90% тоже с числом судьбы 9. Чтобы разобраться в своем предназначении, нужно просто уловить такую ключевую мысль. У вас может быть какое угодно число судьбы, но смотрите, если вы журналист с числом судьбы 9, то вам нужно идти в журнал Elle или какой-то другой фэшн-журнал. Если вы журналист с числом судьбы 8, то в журнал Дело.UA какой-то, знаешь, про бизнес. Forbes. Про бизнес. Forbes, да. А если вы журналист с числом судьбы 7, то вам нужно писать о психологии. 6 – это просто вы можете обо всем на свете писать. Там 5 – вы можете работать в программе «Орел и Решка» и так далее. То есть вы должны понимать, что вы с одной и той же профессией при разном числе судьбы можете просто занимать ниши. Вот так. Да. Теперь понятно объяснила? Да, понятно. Я все поняла. Ну, если ты все поняла, да, то и люди поймут. И мы переходим к последнему числу судьбы – 11. Перед тем, как рассказать о нем, я хочу рассказать свою историю. Как я вообще пришла в нумерологию? Мягко говоря, вообще не собиралась. Я просто хотела консультацию у Ольги Перцевой. А она уже на тот момент была настолько популярна, что она там написала свою уже первую книгу, сидела в телешоу разных, и она не консультировала. Ну, естественно, я дожала. Она сказала, я посмотрю ее матрицу, и после этого скажу, я буду консультировать ее или нет. Она посмотрела мою матрицу. У нее тоже число судьбы 11. У меня тоже число судьбы 11. И у меня есть треугольник интеллекта и способность доступно объяснять людям любую информацию. То есть число судьбы 11 – это число судьбы астрологов, нумерологов, ведущих, телеведущих – это в первую очередь. Туда Маша Ефросинина, Ольга Фреймут, Монатик, Мадонна, не знаю, Андрей Федорев, я, наверное, твои зрители не знают, но я просто, это мой кумир. У очень многих именно астрологов и нумерологов тоже такое число судьбы. И когда она увидела, она говорит, Мартина, давай ты обучишься и будешь нести мои знания в массы. А теперь еще к сложному. Когда вы открыли матрицу, вы увидели характер, здоровье, удача, энергия, логика, долг, интерес, труд, память, вот эти все сектора. То есть это единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, восьмерки и девятки. Еще раз скажу, заходите на сайт Ненумерология, так будет намного проще. Вводите свою дату рождения, и тогда у вас вот такой вот расчет. Можете, в принципе, прорисовать ее сейчас на листке бумаги для того, чтобы вы смогли правильно все улавливать. Сейчас буду все спрашивать, а что, какой мне мужик подходит, если вот такое? Сегодня мы говорим только о предназначении и о профессиях, поэтому, пожалуйста, не спрашивайте в комментариях, какой мне нужен мужик, если у меня 4 единицы. А на все остальные комментарии, если уточняющие, я смогу ответить, но обязательно пишите вопрос, а не так. Моя такая матрица, Мартина, погадайте. Я не гадалка, во-первых, а во-вторых, я не... Тебе жалко, что ли, или что? Зачем нам понимать вот эти дополнительные цифры? Все очень просто. Каждая цифра отвечает за что-то. Начнем с самого простого, это шестерки, труд. Тут все понятно. То есть если у вас в матрице есть шестерки, это значит, что у вас есть сильные руки. Там есть какой-то талант в этих руках. Однажды мне заказала групповую консультацию флористическая компания, где сидело 30 флористов. Они все сделали матрицу. Я говорю, товарищи, а теперь поднимите руки, у кого есть шестерка в труд? И все 30 человек подняли руки. То есть не может флорист не иметь силы вот такой в руках. Но тоже вы не думайте, что только труд физический. Например, у теннисистов, которые ракеткой работают руками, у них тоже должна быть шестерка. И да, конечно, есть прекрасные теннисисты без шестерок. Но если у тебя есть там 6, то тебе будет легче добиться успеха. Все музыканты, у кого руки, это тоже или шестерки, или двойки. При этом, если речь идет о вокалистах, то, как правило, вокал – это четверки. Что такое здоровье? Это вообще не только, вернее, про здоровье, что вот если у вас есть там четверка, то вы типа здоровый человек. Очень часто у боксеров четверки, у моделей четверки. Хотя бы одна всегда есть у модели. У тебя есть одна, да?
у меня там пусто. А есть такие парадоксальные матрицы, где по 3/4, например, у Ксении Мишиной, которую считают как бы красавицей, знаешь, что это? Холостячка первая, вот. У нее 3/4. И часто очень у очень красивых женщин эти 3/4. Но у них есть вторая сторона медали, много четверок должны куда-то выходить. И если там, они могут выходить, например, через легкое рожание большого количества детей. Например. Отлично. Да. А если ты никак ими не пользуешься, то 4 это агрессия. Знаешь, тебе дали красоту, а внутри ты злая сука. Очень важный показатель это 9. У Натальи Гоцей 1/9, а у меня 3. Как ты это вообще помнишь? Потому что у меня память 3/9. Я помню все матрицы. То есть ты можешь себе представить, какая у меня память, если я один раз увидела матрицу человека, я помню матрицу, я могу твою матрицу на память сказать. Ты смотришь, а я говорю. У тебя 1-1-1. Правильно. 4. Да. Пусто. Удача у меня 7. А, 7, 1, да. Потом 2, 1. Да. Логика пусто. 2 восьмерки, 2 тройки, 1 девятка, а вот 6 не помню. Пусто. Пусто. Темперамент 3, цель 5, семья 3 и число судьбы 3. Вот. Многогранная женщина, просто многогранная. Так вот, 9, 1, это вот про такую память, как у Гоцы. Еще тут бывает пусто. Но еще... Да, у меня иногда 1/9, а иногда с меня 1 пусто. Но хорошие стороны, я не помню плохого. Точно. Меня встречает человек, и он мне вообще просто, ну, так насрал в душу. А я на него смотрю, ну, думаю, ну, вроде нормальный парень, блин, ничего не простить. Так вот, 1/9, кстати, она может стать пустой, если она переходит в логику. Смотри, у тебя пустая логика. Когда ты начинаешь что-то думать сильно, то твоя вот эта единственная 9 уходит в логику. Потому что есть еще такие потенциалы перехода разных секторов друг в друга. Она ушла, это, и у тебя вообще там памяти не осталось. Короче, в моем случае я либо хоть что-то помню, либо хоть чуть-чуть логически думаю. А еще 9 отвечают за вокабуляр. То есть за умение говорить много, говорить понятно, красиво и так далее. Поэтому мои 3/9 так проявляются. Они классно очень проявляются всяких там поэтов, там, блин, писателей и все остальное. И, кстати, очень важно эти 9 выговаривать. Потому что есть люди, которые при таком потенциале 9 молчат, потом их 9 уходят в логику, они не могут потом уснуть, потому что они легли, как я, а мысли вот так, а когда я вот так поговорила, да, как с тобой, все, я потом хорошо сплю. Честно. Зато я потом не сплю. Кстати, 9 эти и 5, они еще говорят о том, как человек водит автомобиль. Люди с 9 и 5, особенно с 2 пятерками, часто у гонщиков именно Формулы-1 2 пятерки. Что дают 5? Это условное умение продумывать 3 шага наперед. Когда гонщик едет, там, да, водитель просто едет, да, и он понимает, что вот там нужно перестроиться, опасность такая, а тут повернуть, а тут притормозить и так далее. И это получается все интуитивно. Но если у вас тут пусто и тут пусто, пожалуйста, не водите. Просто не водите. Что такое интерес? У нас с Гоцей 2 тройки, об этом я рассказывала, это есть очень классная тема про альфа-бета-самок и почему одни женщины всегда как магнитом к ним тянет, а есть те, которые отталкивают. И они... Классно, что на меня показала. Я же рассказываю классический пример альфа-самки. Мне кажется, просто видно именно в серии с Андреем, когда мы снимали бэкстейдж-клипа, и я даже со стороны увидела, а какая я девочка в присутствии мужчины? Так вот, за что отвечает интерес? Вот мы говорили об учителях. Вот если у вас в матрице есть вот эти 4 тройки, у вас уникальный показатель того, что вы учитель от Бога. Но это не тот учитель, который только там, не знаю, к примеру, в школе. То есть человек с 4 тройками пришел в этот мир, чтобы накопить много-много-много знаний, а потом делиться с другими. То есть вы можете быть и учителем йоги, вы можете быть, ну, кем угодно, но вот эти 4 тройки – это про длинный путь и опыт, который вы должны в своей жизни передать ученикам. А теперь по поводу блогеров. У меня есть очень крутое, уникальное наблюдение. Я даже Перцевой написала, что у меня не сходится ее теория с моей теорией. И она со мной согласилась. Вообще классика. Принято считать, что человек с 2, если там много энергии, он может этой энергией делиться там с толпой и так далее, держать стадион своей энергией. И вот лучшие блогеры – это люди с кучей энергии. Потом я начала смотреть все матрицы. Смотрю, у меня 1/2. Вот у меня всего 1, да? У тебя 1/2.
Потом смотрю, там, у Лёли одна двойка, у Алхим одна двойка. Короче, все мои клиенты, все блогеры, которые ведут YouTube-каналы, они все с одной двойкой. Короче, когда я начала наблюдать за тем, что как это у блогера и одна двойка, я поняла, что все YouTube-блогеры, которые общаются с одной камерой, они дефицитники. То есть они не могут выходить, стадион держать, потому что энергии не хватает. Они не могут делиться энергией в прямом контакте. Но через экран, монитора, телефона, камеры и так дальше, они могут делиться. Одной двойки достаточно для того, чтобы быть популярным блогером в видеоформате. Супер, отлично. Это мое наблюдение. Если у вас долг две восьмерки... А если одна? У тебя две. Я уже забыла, у меня память одна девятка, поэтому я забыла, сколько у меня восьмерок. Если у вас две восьмерки, значит, у вас очень доброе сердце, повышенная эмпатия, и вы умеете классно взаимодействовать с детьми и животными. Работники детских садиков, няни там, и так далее. И вообще, если у вас есть две восьмерки, и вы хотите начать бизнес, связанный с, не знаю, детским питанием, детской одеждой и так далее, вам это подойдет. Ну подожди, но ты всегда говоришь, когда делаешь мне замечание, что это твой долг 8-8. Да. Это значит, что на людях с долгом 8-8 часто ездят, ими пользуются. То есть они не умеют отказать, не умеют сказать, нет, твоя зарплата будет такой. Нет, то есть вообще вот все это комплект год. И, конечно же, если вам это по жизни мешает, а часто бывает так, что точка кипения вот тут подходит, и человек говорит, ну все, меня уже использовали все, все, достало. Тогда вам нужно эти восьмерки перевести в характер, в единицы. То есть одна восьмерка дает там две единицы. А как это сделать? О. Первое. Нужно научиться ставить себя на первое место. Это будет сложно. Но нейронные связи так формируются, что со временем человек учится ставить себя на первое место. Плюс две восьмерки – это неумение делегировать. И, знаешь, есть такие, которые говорят, ну, я сама пошла учиться на SMM, на таргетолога, на еще кого-то. Я говорю, блядь, зачем ты это сделала? Пока я открыла салон, я уже подумала, нахрен мне это все надо, год из жизни просто на какую-то хрень. Вот. Да. Это неумение делегировать. Человек хочет сам все разобраться, поэтому начинает учиться всему подряд. Да. А это делать не нужно. То есть просто нужно понимать, что есть специалисты, лучше меня. Просто найми хороших специалистов. В нумерологии существует куча разных кодов. Код ипохондрика, код маминкого сынка, код миллионера, код трудоголика, треугольник интеллекта. Но есть базовые коды, которые вот нужно знать, и это рисковый код. Что это такое? Это вот сейчас не пишите мне, что правильно рисковый. В нумерологии это называется как рисковый код. Нет, мы хотели сделать тебе замечание, в конце концов. Да, а? Напишите замечание в комментариях, пожалуйста. Рисковый код, что это такое? Если у вас вот тут в удаче много семерок, одна, две или три, ну то есть есть, да? Тут у вас есть две тройки, или три, или четыре тройки. То есть 7+, 7-7+, 3-3+. И быт один, там матрица вам внизу выдает, быт один. Это значит, что у вас рисковый код. Что это такое? К сожалению, у мужчин это проявляется как зависимости. Любые. Игромания, алкоголизм, наркомания. Иногда это экологично проявляется через зависимость, например, там, оккультными какими-то там вот такими штуками, не знаю, желание впасть в йогу, в медитацию и так далее. То есть это вот всегда что-то происходит, всегда тянет на какие-то проблемы, всегда клеятся непонятные друзья. Ну, мутные, короче. Мутные, да. Или какие-то непонятные предложения. А давай мы сейчас куда-то вложимся и быстро бабок заработаем. Вот это все рисковый код. У женщин, если у вас есть рисковый код, то вы притягиваете в свою жизнь токсичные отношения. Вы спасаете всех зависимых и так далее. И у вас вот блатная романтика, бандитский Петербург и так далее вас тянет туда. Если грамотно проработать свой рисковый код или свой пустой темперамент, там в углу еще есть такое понятие, как темперамент, можно это перевернуть в классную профессию. Например, люди, у которых были зависимости, у них рисковый код, они перебороли свою зависимость, они знают уже как, и они идут в психотерапию или в диетологи, или в гипнологи и так далее. Так же, как и в секс, в сексологи, да, идут люди, у которых пустой темперамент. У нее была проблема, она не может испытывать удовольствие. Поэтому она проработала это и пошла уже помогать другим. Поэтому если у вас есть такие очень сложные коды, но вы прошли вот этот путь преодоления этой всей
истории, то потом из вас получаются лучшие специалисты в данной сфере. Поэтому не ставьте на себе крест, если у вас рисковый код или пустой темперамент, потому что любой код можно проработать. То есть матрица – это не приговор. Не бывает плохих и хороших матриц, а просто бывают сложные сектора, которые нам даны как инструмент, чтобы мы посмотрели на себя и подумали, ну да, ну память у меня херовая, надо стихи учить. Ну ты хочешь поговорить, наверное, еще о последнем показателе, почти последнем. Что такое семья 7? Кстати, есть код трудоголика. У всех трудоголиков семья 1 или 2. То есть почему? Потому что у них... Семья уходит на второй план, им вообще пофиг семья, человек, у которого 1-2 семья, ему пофиг семья. Поэтому они ставят всегда работу на первое место. Кстати, семья 3 тоже туда относится. Мартина, я бы хотела еще услышать код миллионера. Какой код должен быть, я по-всячески спрашиваю, будем просчитывать своих мужчин, какой код должен быть у миллионеров? Вот сумма вот этих чисел, там, например, тут сейчас 1/4, 1/5, 1/6, и это 3. Вот внизу есть быт. Сейчас. Вот тут. Да. Быт. У миллионера быт 5. Поэтому его быт, как правило, складывается с... Ну, классический код миллионера – это вот так. 1/4, 1/5 и 3/6. Звучит очень демонически, да, 3/6? Да. Но 3/6, если у вас есть в матрице, это прям... У вас всегда в жизни будут деньги. Я знаю несколько девочек, у которых есть 3/6, и все мужчины, которые приходят в их жизнь, становятся сразу миллиардерами. Смотрите, все эти коды и все цифры вы можете использовать для себя, но можете передавать партнеру. Усиливать его своими. Да, поэтому и есть очень много примеров, когда... Нереально крутые матрицы, но все эти матрицы отданы партнеру. Стоп, давайте вот оставим эту информацию для следующей передачи. Было бы очень интересно разобрать с Мартиной, как закрывать свои пустые, какие должны быть цифры у партнера, чтобы он усиливал вас, и чем вы можете взрастить своего мужчину до каких-то вселенских масштабов. Поэтому до встречи в 2022 году! Ю-ху! Oh, yeah.